Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый и наша рубрика «Доктор Баня по-белому». Человек задает вопрос, самый такой для него злободневный, он любит баню, но врачи запретили. У него позвоночная грыжа, и врачи сказали, больше в баню ни ногой. Человек в ужасе, говорит, как быть, как восстановиться, как убрать эту грыжу, и можно ли правду в баню? Ну, я, конечно, за врачей не могу расписываться, но то, что вы или неправильно описали баню, или вы неправильно применяете баню, или доктор вас просто не понял. Почему? Потому что нормальная баня с мягкими температурными режимами допустима при таких заболеваниях. Ничего страшного не происходит. Если вы ляжете на полок, если вы полежите в тепле, и ваши мышцы расслабятся, вам от этого будет только легче. Это я знаю по себе. После бани просто идеально чувствую, позвоночник становится просто приятный. Но если говорить об восстановлении, об том, чтобы шло оздоровление, то без физкультуры вам никак не обойтись. Это я тоже по себе знаю. Поэтому я вам один прием по восстановлению позвоночника, по восстановлению мышц позвоночника, чтобы у вас реально началась растяжка позвоночника, чтобы у вас была возможность выпрямить его, и чтобы ваши мышцы правильно расставили все, и тогда у вас прострудзии начнут уходить, грыжи начнут уходить, потому что любой перекос приводит к грыжам. Если перекосы идут, одна мышца тянет в одну сторону, другая ослабла и поддается, и у вас идет пережатие с одной стороны, с другой стороны у вас получается свободное пространство, куда и начинает все выходить. Поэтому, чтобы было все, ведь у нас держит, наш столб держит мышцы, нужно заниматься этими мышцами. Самый простой прием для восстановления я покажу, потому что тут нужны вытяжки. Вытяжки без каких-то усилий, как некоторые говорят. Я сходил на вытяжку, меня растянули какими-то... Без докторов, без врачей этого делать нельзя. Это опасно. Кто там, если делает, то он должен понимать, что он делает. А вот сами по себе вы вреда не нанесете, когда вы все контролируете своими руками. Поэтому смотрите краткую инструкцию, хотите как угодно, краткий пример, как можно реально заниматься своим позвоночником. Небольшая такая физкультура. Смотрите. Я покажу несложное упражнение, которое нужно всем, у кого есть проблемы с позвоночником. Особенно у кого есть грыжи, прострудзии. Это поможет вам реально восстановить свой позвоночник. Мы всю жизнь испытываем компрессию на свои диски нашего столба. И нам нужно сделать декомпрессию. Как говорит доктор Бубновский, нам не хватает именно этого упражнения по декомпрессии. Самое простое упражнение. Вы поймете, насколько оно простое, когда сами попробуете. Для этого нужно встать у шведской стенки или у любой перекладины на уровне поясницы, поставить ноги в упор, именно ноги в упор, и медленно, без рывков, опускаемся насколько можно. Все это делают руки. Колени желательно не сгибать. Вот так вот. Отвисли, несколько секунд надо повисеть. Потом также медленно поднимаемся с помощью рук. Вот это упражнение 5 раз в день, и вам будет значительно легче, если у вас проблемы с позвоночником.